Меня зовут Саич Татьяна, я художник из Бреста. Являюсь руководителем также художественной школы «Волшебный мир». Пишу картины в разных техниках. И хочу вашему вниманию представить портрет. Портрет нашего брестского режиссера, который рассказал свою историю, поделился со мной своими видениями мира, своими переживаниями. И после длительной беседы с ним у меня родился портрет нашего режиссера. Картина написана маслом. Вы видите его портрет. Волк, голубой волк, который часто ему снится, и у которого он спрашивает совета в трудные времена, а также две чайки над головой, у которых он ассоциируется со своими ангелами-хранителями. Чуть ниже портрета написан парусник с алыми парусами, как что-то такое мечтательное, потому что этот человек очень живописно ставит свои произведения на сцене. И также, поскольку он очень активный и очень жизнелюбивый, бушующее море, волны на переднем плане, которые характеризуют его как творческого, эмоционального человека. Надеюсь, что портрет вам понравится. Данный портрет написан маслом на холсте на раме. Размер картины 60 на 90. Thank you.